Этим, скажите мне, ну вот так вот, кусом вот так вот. Только и вот эти вот хорошие, да. Вот эти вот. А тоже. Как долго цветут? Вот эти цветут целое лето, с июня до первого мороза. Это а деревья. Выкапывать не надо? Нет, это все морозоустойчивое. Это кусты не выкапывают. А тюльпаны какие можно взять, расскажите? Пожалуйста, смотрите. Вот эта семейка, это 7 штук. А как понять семейка? Ну, с одной луковицы 7 штук будет. Да? Букетные, вот это букетные, вот это букетные. А они долго цветут? А? Долго цветут? Тюльпаны, они вообще цветут, вообще 2 недели, но эти около месяца. Да? Да. А мы там были, говорили, есть какие-то тюльпаны 2 раза, весной и осенью, нет у вас таких? В сентябре таких? Это шани. Нет, которые весной цветут и осенью. В мае и в сентябре. Вот это в мае, да, и в сентябре это цветут? Да, это выставочный, да. Смотри, вот этот какой классный. А вот это почем стоит? Это синий, да? Ну мы сейчас мы на днях уезжаем, сейчас что хранить? Придем, будем брать, пока узнаем. Не знаю, будут они или нет. А вот это где? Желтое. Ага. Что это вообще? Что это вообще? Это пион. А, это пион. А какую землю надо? Не знаю, там земля, витамины, все там было. Ваши. Даже кислотные сажают. А лилии будем брать? А лилии почем? Лилии по 200 рублей. Сколько? 200. 200? Да. А что за сорта-то? Вот прикольный это какой. Связки, голубая, синяя. А высокие или низкие? У меня не высокие, но у меня вот такие вот, но они не идут вот так вот, знаете, как лилия идет по одному, 4 штуки. Да? А у меня вокруг они. Как понять вокруг? Вот ствол ее, да? Угу. И они вот как шапка на ней. И много-много их там. Да, много и крупные. Они тоже как тюльпаны 2 раза цветут, осенью, весной. Лилия, может, она целое лето цветет. Целое лето цветет? Да. Ты тоже так оставляешь, он круг каждый лилия, год. Лилия, это вообще она на камнях растет. Понятно. Более азиатская. Эти тоже по... А вот эти почем? Вот эти деревья по 500, вот эти кусты по 350, вот это по 100 рублей, лилия 200. Луковица по 100, да? Да, луковица. Что, завтра позавтра подойдем? Сейчас, спасибо.